Три года назад Денис Карпов вместе со своей семьей стал счастливым обладателем квартиры в новостройке жилого комплекса «Бутово Парк 2». Но радость от покупки недвижимости оказалась недолгой. Еще с момента сдачи жилого дома в апреле 2015 года Денис пытается добиться от застройщика укрепления полупанорамной лоджии, которая не соответствует требованиям безопасности. Отсутствует стержень жесткости в каркасе этой лоджии. Более того, в нижняя часть этой лоджии смонтирована из пластиковых листов, а не из сэндвич-панели, как было предусмотрено рабочей документацией. По проекту все квартиры с 11 по 20 этаж оснащены подобными лоджиями. Квартира Дениса находится на 15-м. В целях безопасности детей он был вынужден закрыть лоджию на ключ. С жалобами Денис обращался как к застройщику, так и к управляющей компании, которой был передан дом. Каким образом дом был принят и государственными органами, надзорными, принят как соответствующий всем нормам и требованиям при очевидных недостатках, то есть они, которые несут опасность для жизни и здоровья. Однако застройщик отказался пойти навстречу, считая, что дом был сдан по всем требованиям законодательства. Собрав огромное количество документов, проведя независимую экспертизу, владелец квартиры обратился в Пресненский суд, где была назначена своя экспертиза. Судебный эксперт дает заключение на то, что все соответствует всем нормам, а мы видим, что он противоречит действующим на тот момент ГОСТу, соответствует безопасности. При этом он дает заключение, что эксплуатация безопасная возможна при условии реализации технического решения по укреплению лоджии, которую он привел в своем заключении экспертизы. Невооруженным глазом видно, что конструкция лоджии небезопасна и при определенных обстоятельствах может случиться трагедия, как уже произошло в Кемерове, где женщина, споткнувшись, проломила головой пластиковое ограждение балкона и выпала с 10 этажа. Что касается лоджии в квартире Дениса, то, ко всему прочему, в ее основании были огромные щели, которые хозяину пришлось заделывать собственноручно. Своим обращением к нам Денис хочет придать ситуацию огласке, надеясь, что это поможет ему в решении проблемы. Дмитрий Книга, Алексей Руднев, Сергей Ларин, Видное ТВ.